Коллектив, всем доброго дня. Я сегодня выехал опять. Вот, как видите, добрался я до лесорубовской вахты. Но цель моя сегодня не это место, а немножко дальше. Очень интересное место нашел по спутнику. Немного дальше. Я в ту сторону ездил по дороге, но не доехал. И немножко там пешком попошел, в общем, не дошел до этого места. Со спутника место привлекательно, там что-то очень... Там что-то, в общем, вроде большой эстакады погрузочно-разделочной площадки. Ну вот как это, только намного больше, и походу там даже штабеля оставлены, в общем, целые штабеля леса. Ну, в общем, если что, сейчас, может, покажу вам со спутника, как это выглядит. Ну вот так вот, ребята, это выглядит со спутника. Такое ощущение, что тут штабеля лежат, в общем, целиком. Камера плохо передает, но на телефоне так отчетливо видно. В общем, попробую добраться сегодня до этого места. Ну вот, собственно,
Ребята, как я и думал, доехал до места прямо на УАЗике. Не знаю, какого лешего я в прошлый раз испугался ехать этих ляжен. Все там нормально, плотно внизу. Видимо, лес возили, выстилали. В общем, вот они, эти штабеля. И уже нашел первую железяку. Первый трак. 55-шный. Даже новый. Дырки еще хорошие, можно продать. Можно продать. Тут прямо лежал, в общем, запнулся об него. Вот в этой округе надо будет поискать тоже железо. Так как эстакада тут здоровенная. Думаю, что технику тут тоже ремонтировали. Вот, кстати, ребята, тут куча траков. Вот смотрите, руками хоп, берем, переворачиваем. Пожалуйста, вот еще два трака. Ниже пальцы лежат. Ну, уже вроде ношенные, да, изношенные. А траки ничего еще хорошие. Вот еще трак лежит. Оп. С пальцем. Ну и вот, друзья, вот эти штабеля. Уже все сгнило. Вы только посмотрите, сколько здесь сгнило лесу, друзья. Вот это варварство. Вот за это надо сажать. Сажать желательно надолго. Смотрите, тут все штабеля. И лес-то, блин, хороший. Хороший, мощный лес. К тому же, видно, что это тут, ну, вроде как осинник лежит. Может, осину оставить? Дрова, да какая разница, осина, елка, береза. Да, это осинника. Было столько нарублено, и все тут брошено, не вывезено. Это просто ужас. Столько лесу бросить. Я со спутника так что-то и подумал, что на штабеля очень похоже. Как бы сам в лесу работаю, так знаю. Но мы таким не занимаемся. Мы даже чурки забираем из делянки теперь. А тут, чтобы столько вот лесу бросить. Береза вот, пожалуйста. Вот столько березы, все брошено. Это ужас просто какой-то. Вот так вот рубили. Ну еще лес уже сгнил весь. Все в труху, так это, наверное, где-нибудь начало, может, 2000-х. 90-е. В общем, лихие 90-е, наверное, рубился этот лес. Тогда всем было все плевать, лишь бы денег хапануть. Но вот так вот, видимо, возможно, не успели вывести и все бросили. А может, кому-то было просто не надо. Там все дальше туда, все с штабеля вон идут. Их тут до хренища просто. Ладно. Мне, собственно, до штабелей, до этих пофиг. Мне главное найти железо. Лес бросили. Что, неужто железо не оставили? Ну вот, друзья, можете сами посмотреть, сколько здесь лесу брошено. Честно сказать, я такое вижу второй раз в жизни. Сколько я мотаюсь по лесам, сам работаю в лесу. Я второй раз вижу, чтобы вот так вот столько было лесу брошено. Но это даже больше, чем я видел в первый раз. Железо попадается, но оно у нас как-то, знаете, тут трак, тут шестереночка, там через 100 метров опять какой-нибудь палец, полтрака, еще что-нибудь. Крупного пока ничего не нашел, но отчаиваться нечего. В таких зарослях попробуй-ка что-нибудь найти. В общем, ищем. Походил, поискал по этой эстакаде. Кроме траков тут и тросов ничего не попадается, блин. Нашел здесь 11 траков. 55-шных. Ну и там еще один трак у меня и
трос, в общем. Наверное, съезжу, тоже заберу там в конце той эстакады. Тут я ее, в общем, всю тут обошел. Пока накопал только вот это. В общем, наверное, поеду туда на стан, к будке. Там еще, возможно, покопаю. Ну, а возможно, поеду дальше. Там у меня ближе к дому. Там у меня еще местечко есть, где покопать. Странно, что здесь, кроме траков и тросов, ничего не попадается, блин. Ходишь и думаешь, а где же, блин, рычаги, балансиры, катки, звездочки, блин. Это же все расходники на трелевочниках. Тоже все это меняется, блин, все изнашивается. В общем, кроме башмаков от ходовой ничего не нашел. Ну что, друзья, время уже много. Я продвигаюсь в сторону дома. Там по дороге надо будет, ну, практически на выезде из лесу, там посередине даже, наверное, будет одно место тоже интересное, там эстакада. Там, в общем, большое скопление тросов там нашел. Так что надо будет там что-то повыдергивать, попилить, наверное. Не знаю, успею сегодня, не успею. Если что, может, завтра туда еще съезжу. Ну, я сейчас по дороге заехал опять на этот стан. Еще порылся в этой куче. Ну и вот что удалось тут накопать. Нашел тут еще 2,5 трака 55-шных. Ведро смятое. Там то ли бочка была смята тоже, то ли что, хрен знает. Ну, тяжелое железо. Нормально. В общем, сейчас это закидываю и еду дальше. Остановился тут, чтобы трос забрать. В первую дорогу ехал. Увидел, что здесь эстакада, в общем, лес сюда трелевали, и пробежался тут по лесу маленько вокруг этой эстакады. Нашел вот такой трос, вытащил его сюда. Ну и сейчас его погружу. Пополам его тут распилил. Он как-то неудобно смотан. И, в общем, сейчас закину его. Трос не толстый этот. Трос, наверное, где-то на 19 такой. 55-шный. На 55-ки стоят. В общем, ладно, закидываю его и еду дальше. Там еще надо будет троса подоставать. Только не знаю, темнеет уже. Доехал, ребята, я до первой эстакады, как сюда в лес заезжаешь. Ну, я показывал уже это место. В том месте я тоже троса забирал. И сейчас вот поехал, обежал эту территорию. Тут еще можно с металлоискателем, конечно, покопать, но времени нету. Я займусь тросами. Вот тут раз трос торчит. Потом вот там вот второй трос торчит. Там дальше еще троса есть. Потом в этом месте, тут тоже в лесу вроде как будка стояла, ну, в этих молодняках, просто сейчас заросло уже. Раньше-то тут чистое место было, лесу не было. Там будка стояла, видимо, там тоже какие-то запчасти находил, трос, еще что-то там, в общем, так, по мелочи что-то есть там. В общем, сейчас все это вытаскиваю сюда на поле, на эту площадку. И тут уже с ними разделаюсь, попилю их, что там, пошинкую. Складываю. Вот так вот, друзья, съездил я сегодня. Все погрузил, троса тут какие повыдергивал. На улице уже темнеет. Уже практически стемнело. В основном тут тросами забил, в общем, машину. Ну и на низу у нас, конечно, килограмм под 150, наверное. Под 200 даже. Такого нормального железа. Тут 13,5 траков там. Плюс пальцы, плюс так еще мелочь какая-то. Ну и в основном троса. Тросами мы тоже не брезгуем, так как пиленные или смотанные в бухты берут по той же цене, что и
весь металлолом. Съездил нормально. Завтра, наверное, опять поеду. Сегодня у нас суббота, завтра воскресенье, выходной. Не спрашивайте меня, ребята, сколько у меня, насколько вышло, насколько сдал. В общем, железо не сдаю. Не сдаю уже 3 раза я ездил, и весь металл лежит дома. И также и этот тоже пойдет в общую кучу. Не люблю я сдавать сразу после копа. Люблю получать кучкой денежки. Бухгалтерию дома веду, и, наверное, когда сезон кончится, я вам покажу свою бухгалтерию. Подведем вместе с вами итоги. Но сезон выдался так себе, как я бы сказал, так как большую часть времени отнимает работа. А на работе столько не заработаю я, сколько можно заработать, копая металлолом. Пока еще жирные места есть. Мест еще знаю много. Ехать еще можно. Ой-ой-ой. Ездить и ездить. Ладно, что, на следующий сезон оставим. Не знаю, буду ли следующий сезон работать. В смысле, на дядю. Возможно, что будем жить только металлоломом. На дядю поработать всегда успеем. Ладно, ребята, заболтался. Опять видео, наверное, длинное получилось. Материала много наснимал. Много времени отняла дорога. Так что подписываемся на канал, делимся видео с друзьями, ставим лайки, комментируем. Не всем отвечаю, но всегда все читаю. Всем огромной удачи и пока.